Добрый день, уважаемые слушатели! Государственный театр кукол города Алматы – это место детской фантазии, вестник чистоты и честности, место чудес, которое неизбежно ведет в страну сказок. В этом театре кукол ежегодно обновляются и пополняются разнообразные спектакли для зрителей. Сегодня я представляю вам уникальное и веселое из тех спектаклей сказку «Волк и семеро козлят». Итак, друзья, приглашаю вас отправиться со мной в чудесный мир. Я знаю, это начинается сказка «Волк и семеро козлят». Прежде всего, давайте познакомимся с краткой историей сказки «Волк и семь козлят». Эта сказка впервые вошла в сборник сказок, изданный немецкими исследователями, знаменитыми братьями Гримм в 1812-1815 годах под названием «Волк и козлята» под номером 123. В XIX веке она получила широкое распространение в России и с некоторыми изменениями в сюжете стала русской народной сказкой. Есть 20 версий этой сказки на русском языке, 4 на украинском и 3 на белорусском. Начиная с 1957 года по сказке «Волк и семеро козлят» снимаются различные фильмы, мультфильмы. В 1977 году на свет вышел первый советский музыкальный фильм «Мама» по этой сказке, который стал одним из самых известных произведений того времени. С тех пор сказка «Волк и семеро козлят» периодически адаптируется в различных театрах стран СНГ. Главное, нам не было грустно! Итак, друзья, теперь поговорим о сюжете сказки «Волк и семеро козлят». В один прекрасный день коза выходит из дома, предупредив своих детей козлят остерегаться волка и никому не открывать дверь. Не упустите волка? Конечно же нет! Хитрый волк пытается воспользоваться тем, что мать козлят покинула дом, и прикидывается ею. Козлята сразу понимают, что в дверь стучит волк, и дают ему понять, что он сильно отличается от их матери. После этого волк придумывает различные способы и в конце концов уговаривает их. Волк входит в дом, находит всех прячущихся козлят и забирает их с собой. Только самый молодой козленок, спрятанный в духовке, остается дома. Когда коза возвращается домой, младший козленок ей рассказывает все, что случилось. Мать ищет своих детей очень долго и находит волка, который съел ее шестерых козлят. Коза вспарывает живот спящего волка, спасает своих козлят и после этого наполняет живот зверя камнями и зашивает. На следующий день коза встречает волка и предлагает конкурс по прыжкам через костер. Волк соглашается. Коза-мать легко перепрыгивает через горящий костер, но волк, живот которого наполнен камнями, не выдержав тяжести, падает в огонь. В другой версии сказки волк, у которого живот полон камней, просыпается и испытывает сильную жажду. Он решает напиться в озере, но под тяжестью камней
падает в воду и тонет. Эта сказка – одна из самых известных многим зрителям с раннего возраста произведения. Но версия, представленная Государственным театром кукол, совершенно другая, так что слушайте внимательно. Спектакль «Волки, семеро козлят» был поставлен в Государственном театре кукол в 2021 году под руководством режиссера Антона Зайцева. В ходе яркого и интересного представления дети знакомятся с козой-матерью, которая мирно живет в лесу, а также с ее семью талантливыми певцами-козлятами. Уверены, что этот кукольный спектакль понравится детям своей оригинальностью, потому что спектакль приведет вас к доброте и честности. Дети, а любите ли вы театр, искусство, музыкальные инструменты, пение? Прямо сейчас у вас есть возможность вместе с нами научить волка петь и быть добрым. Ребята, давайте поможем, да, волку? Давайте все вместе распоемся. До, ре, ми, фа, соля, си, до. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Запомнили? Да. Тогда давайте все вместе. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Вас слышал, Вовик, как ребята поют? Ага. Ты с ребятами попробуй. Хорошо. Дети, давайте всегда будем помнить, что светлое будущее есть только у образованного, талантливого, щедрого, доброго, нужного обществу человека. С помощью спектакля «Волки, семеро козлят» вы изучите основы музыки через игру артистов и через образы семи козлят. А также, благодаря играм, вы познакомитесь с важными музыкальными терминами. Но самое главное, вы научите волка, который обманом похитил козлят, когда их мать вышла из дома, быть духовно возвышенной личностью. Вот, сбиваются вместе и волка тоже. Говорил вам, серый волк без музыки не может. Я козлят, конечно, крал ради перекуса. Но потом был потрясен силою искусства. Довели меня до слез песнею своей. Я решил, их есть нельзя. Лучше похудеем. И с ними выступать, и травой питаться. Видите, ребята, несмотря на голод, волк не стал вредить козлятам. Вместо этого он узнал основы музыки и научился петь. И самое главное, он решил быть добрым. Мы должны использовать наше искусство только в хороших целях. Не будем забывать, друзья, что каждый раз, когда мы делаем добро и делаем других счастливыми, это доброе дело возвращается к нам в виде радости. Дорогие слушатели, очень важно всегда говорить вежливо. Вежливо отвечать, учиться тому, чего вы не знаете. Этому учит наш спектакль «Волк и семеро козлят».
Ребята, возможно, вы слышали такие слова, как «книга – источник знаний», «знание – свет жизни». Также есть такие слова, как «сильный побеждает одного, а знающий побеждает тысячи». Погоня за знаниями должна быть для вас одной из самых важных целей. Мы уверены, что вам понравятся красивые песни и веселые танцы, а также познавательные игры, которые во многом наполнены музыкой, а также сказки, в которых переплетается волшебство. Поэтому обязательно станьте гостем данного спектакля. Мы ждем вас в Театре кукол.